Одесса, конечно, является тем городом, которым очень хотелось бы захватить, овладеть. Почему? Потому что Одесса – это интеркультурная столица Украины, это морские ворота, как я уже говорил, Украины. Конечно, взяв такой знаковый город в Украине, это для военной операции это всегда является особой целью. Поэтому мы в Одессе держим ухо востро и настороже для того, чтобы защитить свой город. Идет война. Идет война, и они сегодня находятся на нашей земле и бомбят наши города, убивают наших людей и наших солдат. К сожалению, гибнут наши люди. Поэтому говорить о какой-то в дальнейшей дружбе или взаимоотношениях для меня, например, все сложно. Я себе представить этого не могу. Мы помним исторические моменты, когда шли войны между странами, между государствами. Например, Второй мировой войны, и никто не мог ожидать, что в 2022 году наши люди, наши беженцы, украинцы, будут прятаться в Германии от русских ракет.